Здравствуй. Так странно получилось, то, что этот подкаст выходит у меня прямо на день рождения. Но да не суть, это не по плану. Дело в том, то, что мой игровой ноутбук в ремонте уже целый месяц, и они до сих пор тянут кота за яйца. Я не знаю, что у них там дело, я как-то пытался делать на старом ноутбуке видео, но они выходили некачественные и глючные. Поэтому, ребята, я еще подожду неделю. А дальше. Буду сражаться с ними, пока не восторжествует справедливость. Ну а пока не грустите. Кушайте конфеты, ломайте ноги на галгалгалдудуду и танцуйте джигу, как вот эти вот бабьёхи. Так, окей. Ну что ж, ребят, ну что ж. А меня ждет большая любовь. Да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стоп. Нет. Это, конечно же, все очень мило, но только... Да. Да! Но только после того, как пыхнешь Мали, как этот сделал вот этот вот веселый китаец, которого вы все знаете. Ну что ж, ребят, а закончится все хо-хо-хо, закончится моя true story тем, то что, как и в любом другом моем хорроре, меня увезут в больницу, а там уже это совсем другая история. Вот так вот. God was one of us, just a slob like one of us. What if God was one of us, just a slob like one of us?